В годовщине переворота на Украине российские общественные организации подготовили массовое шествие. Марш и митинг пройдет в Москве 21 февраля. Инициатором мероприятия стало движение «Антимайдан», объединяющее в себе различные общественные и патриотические организации. По официальным сообщениям, на столичной площади революции соберется порядка 10 тысяч человек. Однако можно предположить, что людей будет гораздо больше. Только из Ивановской губернии в «Антимайдане» намерены поучаствовать около 1000 человек. Поддержать курс президента, не повторить ошибок Украины и не допустить раскола России. С такими мыслями и лозунгами отправляется на митинг Ивановское казачество. С Иванова выезжают у нас, значит, 20 человек. По дороге к нам присоединяются еще Владимир и города, которые, значит, у нас идут по пути к Москве. Идем общей колонной.